Начался суд над подозреваемыми в жестоком убийстве школьницы из Туркестанской области. Тело 15-летней Аружан Орунбай в июле нашли в канале. Туда несчастную сбросили после нескольких ударов ножом. На скамье подсудимых два парня. Жестокая расправа потрясла регион минувшим летом. Тогда выяснилось, что два молодых человека шантажировали девочку некой фотографией, на которой она якобы была в неприглядном виде. У школьницы требовали миллион тенге, чтобы снимок не попал в сеть. По версии следствия, в очередной раз шантажисты вызвали Аружан на разговор в 12 часов ночи и нанесли ей несколько ударов ножом. Тело нашли только на следующее утро в 2 километрах от места убийства в канале. Суд проходит в закрытом режиме. Процесс только стартовал, но родные погибшие уже беспокоятся, насколько справедливым будет его решение. Тулеп – сын экс-акима. Второй Бейбарыс – тоже сын состоятельных людей. Они наняли 5 адвокатов. В ауле слышим разговоры, мол, они говорят, прокуратуру и суд купим. Я хочу, чтобы суд был справедливым.